Часто мы живем, переживая за работу, учебу, за свой социальный статус и не задумываемся о том, что это мелочи жизни. И лишь тогда, когда мы сталкиваемся с реальной проблемой, мы понимаем, насколько наша жизнь прекрасна и как мы уязвимы. Первая эмоция – это шок. Это мир как будто останавливается вокруг и замирает. Потом уже начинаются мысли о том, что будет дальше. Возможно ли лечение? Если возможно, то какое? Как оно будет проходить? И как дальше менять свою жизнь для того, чтобы пройти это, для того, чтобы справиться с этим? Онкологические заболевания вгоняли в ужас людей еще в Древнем Египте. Но благодаря инновационным технологиям медицина сделала большой шаг вперед в борьбе с этим страшным недугом. Но ничего не проходит бесследно. Во время лечения выпадают волосы. Потеря волос, то есть идет... А для девушек это один из сильных ударов, потому что это напрямую касается их внешности, их представлений. Дом моды Сахир Рахмани совместно с проектом «Голова» запустила летнюю коллекцию особенных головных уборов из ткани, созданную специально для людей, столкнувшихся с химиотерапией и потерей волос. Часть вырученных средств от продажи головных уборов дом моды Сахир Рахмани направит на благотворительную помощь людям с онкологическими заболеваниями. «Голова» и дом моды Сахир Рахмани – это проект, который занимается созданием головных уборов для людей, которые столкнулись с химиотерапией, для тех, кто столкнулся с облысением. То есть эти головные уборы, они помогают поднять дух, мотивировать девушек, женщин, которые столкнулись с лечением. В разработке головных уборов мы использовали высококачественный итальянский трикотаж, что не только комфортно, но и максимально красиво, что немаловажно для женщин. Нуждающихся в этом проекте, к сожалению, немало. Готовности в поддержке дарить красоту этим женщинам.